Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. Сейчас я нахожусь на основном аккаунте, сегодня буду проводить онлайн-атаки. И на аккаунте я нахожусь уже после того момента, где я потратил 1 000 000 золота. Если вы не смотрели этот выпуск, то обязательно подпишитесь на мой канал и найдите у меня на канале этот ролик. Он был записан совсем вот недавно, или я ссылочку на него оставлю в описании. В общем, смотрите, ребят, я вам сегодня покажу 3 топ-колоды, на мое мнение, для глобальных сражениях на 4000 плюс кубков. Значит, в прошлом сезоне, кстати, вступайте мой клан Holdic Elite, вот хэштег на экранах, вы видите название, также есть еще пару мест, мы кикаем всех, кто ниже 4к, клан активный, донат у нас быстро расходится, в общем, клановый сундук также набиваем быстро, заходите, 15 плюс онлайн днем, жду всех. Значит, в прошлом сезоне у меня было, рекорд был 5200 кубков, ну а в этом сезоне моя цель 5500, ну я думаю, что я смогу, ну по крайней мере попытаюсь. Я также потратил 1 000 000 золота, прокачал абсолютно все карты, которые мне доступны были на новый уровень, практически все, кроме Теслы. Вот, и у меня все командки почти 12-го, рарки почти все 9-го, эпики почти все 6-го, скоро будут 7-е, рарки, точнее легендарки 3-е, 2-е, скоро будут 4-е, в общем, ну там немножко посложнее с легендарками. Поэтому я могу взять абсолютно любую колоду, я теперь независимый от той карты, допустим, которую так хорошо прокачал, то есть от одной колоды я независимый. Если раньше я был от Rail Гиганта постоянно зависим, потому что он у меня был лучше всех прокачан, и только с ним я мог показывать разные колоды, то в этот раз я могу абсолютно любую деку составить и играть с ней. Это просто круто. Игра теперь будет намного интересней на моем аккаунте, потому что не будет какого-то однообразия. Всегда будут разнообразные колоды. И сегодня, ребята, для вас подготовил 3 топ-колоды, на мое мнение. Первая колода, ребят, с кладбищем. Вы ее уже могли видеть. Я уже говорил, что я взял у ГМФТГ. Он ее взял у топа. Я не знаю, где он ее взял. В общем, дека топчик. Я с ней апнул 5200. Об этом также ролик записывал. Мы сегодня с ней сыграем. Немножко я улучшил ее. Пойзен уже 6. И поехали дальше. Вторая колода, ребят. Вторая колода тоже топчик с арбалетом. Очень популярная сейчас дека с арбалетом. Разные, конечно, есть связки комбинаций, но мне нравится именно это. И первая колода, ребят, выглядит следующим образом. Колода с хогом. Сразу, ребят, скажу, что эту деку взял я у ютубера ГХГ. Колода эта, я так понимаю, авторская. Он ее сам составил. Не знаю, я просто... После того, как копнул хога на 9, я увидел, что у меня много карт, уже можно до 10, то есть собирать карты. Я решил хога прокачивать и совершенно случайно наткнулся на вот эту деку, которую составил как бы ГХГ, и буду с ней играть. Не знаю, получится, не получится. В общем, сыграю сегодня всеми вот этими деками, и в конце мы подытожим и сделаем какие-то выводы. Я, ребят, в принципе, готов. Ну и поехали. Первая колода с кладбищем. Ну, в ней я уже уверен, ребят, с ней я уже играл, поэтому ее проверять особо-то не нужно. Нужно, но я все равно проведу онлайн-атаку, потому что я апнул поздно на 6 уровень. И я хочу проверить, как я буду теперь сносить там тех же 13-х варваров, вышку там добивать, сколько теперь он наносит урона. В общем, это все сейчас хочу протестировать. Не угадал я с высадкой шахтера, поэтому скелетики сразу не сагрились на шахтера. Так, и забрасываем кладбище. Отлично, по идее должно все получиться у нас сейчас. Так, нам бы сейчас тут поизон. Накрываем поизоном. Убьем сейчас миньонов. 6-й поизон по-любому съест 12-х мушек. Вот. Да, дамаг уже лучше. Кстати, плохо то, что мой оппонент 12 уровень, моя печка не наносит урон по его вышкам. Это, конечно, минус. Так, идет принцесса. Я думаю, что мы ее заберем сейчас бревном. Немножко подожду. Возможно, он надумает что-нибудь еще выбрасывать. Ладно, юзаем бревно. Отлично. Вау, просто круто. Я не ожидал такого результата. Так, к сожалению, у меня еще нету кладбища, хотя я уже могу так. В этот раз я угадал. Предсказуемый очень оппонент, выбрасывает постоянно в одну и ту же точку шахтера. Так, давайте рыцаря. И сейчас, я думаю, у меня получится сделать проход. Давайте, знаете, как поступим? Выбросим лучниц, заюзаем кладбище и сразу заюзаем poison. Так, я надеюсь, что мне хватит эликсира. И вот я юзаю poison. У него на миньонов, по идее, не должно хватать. А вот он юзнул их, и как бы, мне кажется, зря. Так, элитного варвара я дефать не буду, он там... Не, ну все равно урон наносит, но тратить скелетиков не хочу. Я лучше сейчас шахтера словлю. Так, бревно, безусловно, бревно. Так, ну он мне тоже урона неплохо нанес по правой стороне, точнее, по левой, извиняюсь, по левой стороне. Смотрим сейчас, на какую сторону он будет. Ну, скорее всего, на левую будет оттачить. Давайте, я не знаю, сливать рыцаря. И готовлю скелетиков за один эликсир. Почему он так долго думает? Давай быстрее решайся. Так, ставим печку.
Быстренько сейчас убиваем его юнитов. Так, и готовим вот так и poison. Блин, немножко криво все получилось как-то. Но неплохо, мы все равно убьем элитных варваров, вышку продамажим, если даже сейчас не снесем. Давай, да, мы вышку снесли. Ну это круто, это круто. И вообще получилось как-то изи. Так, печку сюда, громовержца сюда. Тут, в принципе, все понятно и легко. Шахтера я не буду контрить. Пусть дамажит, ничего страшного. Лучниц выбрасываем за вышкой. Да вообще как-то изи. Я уверен, что я выиграл здесь. Блин, конечно, вот это я со скелетиками поспешил. Так, тут рыцаря. У меня так эликсир копится быстро, я не знаю, куда его выбрасывать. Давайте poison сюда сольем и кладбище сюда. Чисто по приколу, потому что, ну, здесь я уже выиграл. Отличная игра, но я уже говорил, что это декатопчик, тут мне не нужно ее очередной раз хвалить и еще что-нибудь показывать, я уже достаточно с ней сыграл. Теперь, ребятки, переходим ко второй колоде. Сразу скажу, это декатопчик, но у меня есть с ней проблемы. Я, допустим, не умею играть против голема, ролл-гиганта и гиганта. В разных случаях, конечно, смотря как играет игрок. Но бывают у меня проблемы, косяки какие-то. Ну, я научусь, думаю, привыкну. В принципе, так всегда с новыми деками бывает, что любой декой сыграет, но не каждый. Ну, есть, конечно, топ-игроки, им, да, любую колоду они будут тащить. Я нет, я, конечно, мне нужно хоть немножко привыкнуть к деке. Вот, но и это дека не исключение. Ну, я думаю, получится. Ставим арбалет, готовим банду гоблинов. Не успел. Не успел-то быстрее духа. Сучка, блин, я извиняюсь. Но не успел я духа выбросить. Долго думал, долго реагировал. Если бы духа успел выбросить, то, я думаю, арбалет бы неплохо так надамажил вышку. Блин, и плохо то, что он теперь знает, что у меня арбалет есть. Так, это ролл-гигант. Ладно, давайте скелетиков рассоединим. Здесь мы громоверца. Сейчас поставим инферно. Быстрее бы этот гигант шел. Было бы замечательно. Все, ставим инферно вот так вот. Так, отлично. Банду гоблинов, не знаю, сливать, наверное, не буду. Бревно солью. А, блин, я рано поставил инферно. Я рано поставил инферно, и, блин, плохо, плохо, ребят, все. Я, конечно, затупил. Придется громовержца сюда. Ледяного духа также сюда. Так, хорошо. И бревно. Блин, ну я, конечно, много ошибок сделал. Я что-то не подумал, что инферно не будет дамажить ролл гиганта. Вот это, конечно, я глупость сделал. Ладно, в следующий раз такую ошибку не допущу. Обидно, я уже две ошибки за эту игру допустил с арбалетом, когда ставил арбалет, и с дефом ролл гиганта. Это плохо, ребятки, это плохо. Но я сейчас попытаюсь, в принципе, дека топово. Мне один проход нужно словить, и я все, я как бы вышку забрал. Так, давайте здесь скелетиков, тут громовержец пойдет, блин, опять туплю, духа слил, эх, ладно, тут банда гоблина, он, по-моему, потратил, ребята, потратил бревно, а, у него еще зап есть, ладно, тут файер летит, хорошо, тут бревно тоже, ну, мы убили ролл-гиганта, но сейчас будет принцесса, она успеет там нанести пару тычек. Я, конечно, попытаюсь что-нибудь придумать. Ну, скелетика. Нужно скелет. Блин. Молодец, игрок неплохо играет, даже с Рейл-гигантом. В основном с Рейл-гигантом играет. Так, давайте здесь банду гоблинов. Да ё-моё. Ну вот я и говорю, у меня больше всего не получается против Рейл-гиганта играть. Не знаю почему. Давайте скелетиков. Я, наверное, еще одну каточку схожу, сыграю. Как-то не очень это получилось. Так, давайте здесь громоверца. Многие скажут, да ты много ошибок здесь допустил. Ребят, я не буду отрицать, я вижу свои ошибки. Ну а что с этим поделаешь? Вот так вот я то ли нервничаю, то ли, не знаю, ну туплю жестко, серьезно. Но он, видите, не дает мне, блин, арбалетом ничего сделать. Так, ладно. Сливаем эту катку, скорее всего. Ничью вряд ли получится. Так, здесь фаер. Так. Хотя можно попытаться. Можно попытаться на ничью, но 42 секунды, Unreal, мне кажется. Так, блин, и бревно и туда надо, и туда. Ну ладно, давайте здесь так. Так, хорошо. Здесь так. Здесь вот так вот. Здесь громовержец. Здесь дух.
Так, надеюсь, Инферно бьет гиганта. Да, она бьет гиганта. И что? Блин, тычку успевает он сделать. Эх, обидно. Дело в том, что я знаю свои ошибки, и обидно, конечно. Они такие глупые. Ладно, поехали еще в одну онлайн-атаку. Проиграл и проиграл. Ничего, я тренируюсь этими колодами. Это первый ролик, где я вот сейчас показываю топ-деки. Но ими я еще как бы не научился играть. Но я обязательно увидите, что я этой декой буду играть на 5, свыше 5000 кубков. Вот увидите, я на 5500 постараюсь забраться. Мне нужно пару дней буквально привыкнуть к колоде, и все. И вуаля, я буду уже сидеть на 5000 кубков. Так, отлично, мы армию скелету забрали, и смотрите, у меня арбалет сносит вышку, это круто, мы заберем, по идее, вышку. Тут мы так аккуратненько громоверса выбросим, чтобы убить миньончиков, отлично, миньонов мы уничтожаем. Так, что теперь, ну я подожду, наверное, если будет там пламенный дракон. Ага, тут фаер, летит фаер, отлично, тут скелетики за один эликсир, давайте духа еще юзнем. Отлично. Я считаю, что мы задефались тут на ура. Да. Так. Давайте поставим арбалет. Я его немножко кривовато поставил. Так. Мне не хватает немножко эликсира. И, блин, Я не знаю, что со мной не то, ребят. Кривое бревно. Кривой арбалет. Мои кривые руки, блин. Не знаю. Прям не то что-то со мной сегодня. Я хоть вышку и забрал, но я недоволен своей игрой. Вот в корне, реально. Вот все делаю не так, как надо. Ладно. Вышку мы забрали, хорошо. Ну, давайте сольем банду гоблинов, нанесем какой-то урон по правой стороне. Мне нужно как-то прокручиваться потихоньку до арбалета. Сливаем скелетиков за один эликсир, сливаем духа и ставим арбалет. Ставим арбалет. С его стороны сейчас максимум, что может быть, это орда миньонов. Не знаю, что еще. Так. А, я не могу, я снова арбалет криво поставил. Да господи, что такое? Я не выспался или что? Я не понимаю. Ну ладно. Ребят, ну я думаю, вы поняли, что колода топчик. И только из-за того, что я тут рачела еще тот, туплю жестко просто. Так, ладно. Я думаю, я все равно задефаюсь даже с такими косяками. Так, тут у нас пойдет громовержец вот здесь. Фаер вот так полетит. Отличный фаер. Так, инферно. А вот сейчас мне нечем будет законтрить вот эту миньона всех. Хотя нет. Задефался, ребята, задефался. Да. Ну все, осталось 24 секунды. И это победа должна быть, по идее. Ну да. Я еще и инферно, по-моему, криво поставил слева. В общем, как-то вообще все плохо делаю. Но я думаю, ребят, вы не будете сильно там на меня кричать в комментариях. Я как бы, ну такое, признаю свои ошибки. Так, 4 секунды, 3, 2, 1, да, это победа. В общем, ну, ладно, мы провели 2 онлайн-атаки. В принципе, я думаю, доказал, что колода рабочая. Просто что-то со мной не то. Я не понимаю, что я так все криво ставлю. Поехали, нам еще одну колоду проверить надо, ну а потом подытожим и как-то поговорим про эти колоды и какую из них порекомендую я вам, я скажу после этой катки. Эта колода, напоминаю, ГХГ, я не смотрел, как с ней играть, ну приблизительно понимаю, печку ставить, хок, фриз. Так, не угадала с высадкой мега миньона, поэтому мега муха не будет дамажить у меня хога. Так, благо фаербол хоть не убивает моего мушкетера. И хога, блин, нету. Не продолжить мне атаку. Ладно, поставлю печку. Мало ли, вдруг нанесу хоть какой-нибудь урон. Хога подкидывать сейчас не буду. Вот почему. Если бы я подкинул хога, мне нечем было контрить вот этих парней. Давайте еще откинем бревном их немножко. Так, отлично. И духи добивают. Отлично. Но все равно минус в том, что моя вышка не наносит урон по 12 башням. Поэтому... Ой, вышка, моя печка. Или я так и сказал. Не знаю, ребят, в общем, я сегодня не выспался, вы уж извините меня. Так, варваров отлично, мы почти съели. Давайте тут фаер кинем. Отлично, блин, не попал по варварам. В общем, без комментариев, ребят, сегодняшние бои, они достаточно странные. Достаточно странные мои бои сегодня, вообще что-то не то творю. Но все равно, как бы выигрываю, а результат, самое главное результат, правильно? Так, идет колдун на меня, в принципе... Так, а он фаер тратил или нет?
Но он его не тратил, поэтому мушкетера ставить не буду. Я выброшу Валькирию. Выброшу Валькирию. Так, и что теперь, не знаю. Наверное, поставлю печь. Отлично, поставлю печку. Сейчас заберу миньончиков. Так, у него есть элитки, надо про это помнить. Он потратил фаер, ребят, и сейчас... А, не, еще не удвоенный эликсир. Блин, а вы заметили, у него варвары, элитные варвары. Слишком много варвара у него в колоде. Он запнул моих духов, но все равно я за дефа, если думаю. На Хога, я так понял, у него не хватает эликсира. Так, отлично. Если у него нету фреза, в принципе, я думаю, я здесь выиграю, задефаюсь. Так, мне нужно сейчас Хога словить. И я не знаю, с какой стороны он будет-то. Давайте мега-муху вот так. Блин, я не угадал, я думал, он по правой стороне будет. Так, сюда печку. Бревно. Так, слишком много всего. Я заметил, кстати, что очень многие стали использовать рейдж. Не знаю, с элитками рейдж. Ждем еще каких-то юнитов, фрезуем, накрываем фаерболом. Блин, фаербол был лишний, серьезно. Тут мегамуха. Возможно, сейчас потеряю тоже вышку, а возможно и нет. Остается 500 хитпоинтов, ему нужно 2 фаера. Он их не должен успеть, по идее. Так, хорошо, здесь у нас печка. Тут у нас валькирия. Хорошо, тут у нас бревно. И, в принципе, победа, ребят, да. С учетом того, что я сегодня играю как-то вообще, как бомж на пятой арене, не знаю. Выбрасываю все, мне кажется, неправильно. Ну, итого у нас сегодня из 4 онлайн-каток одно поражение. Ну, в целом, неплохо. Значит, я провел с каждой колодой по одной онлайн-атаке, за исключением арбалета. Я там проиграл и решил еще раз показать, потому что, ну, проигрыш показывать такой мощной колоды не очень, как бы, актуально. Вот, показал вам 3 колоды, провел с ними онлайн-атаки, всех победил. Но, ребята, более подробно я буду показывать на 5000 кубков. Я вот буквально за 1-2 дня туда доберусь. Ну и там уже мы, конечно, эти колоды более-менее протестируем. Я уверен, что с кладбищем у меня будет получаться, потому что я уже 5200 снимапал. Я хочу научиться с арбалетом. Насчет Хога, не знаю, ребят, мне кажется, он не зайдет, потому что мне с Хогом не совсем комфортно играть. Это дека, я ничего... плохого про эту деку не говорю, я чисто говорю свое мнение и про свое умение играть этой колодой. Мне кажется, что на 5000 кубков я не смогу с ней, но я буду пытаться, я буду играть что-нибудь, возможно, подберу другое. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ну и давайте сделаем какие-то выводы. Ребят, я на первое место отнесу вот эту колоду. Отнесу ее, потому что я этой декой легко играть, я научился с ней быстро, и она реально тащит. Вот эта дека на втором месте, и эта дека на третьем. Не знаю насчет мощности колод, я, наверное, по уровню сложности их распределил. Вот этой декой проще играть, наверное, чем с Хогом. Хотя могу ошибаться, это лично для меня. Для вас не знаю как. В общем, 3 колоды показал, надеюсь, вам хоть какая-нибудь из них подойдет. Я вам желаю, ребят, удачи, удачных сражений. И спасибо вам за просмотр, спасибо вам за поддержку. Еще раз говорю, до новых встреч и всем, ребята, пока.